Понеслась. Итак, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Проверка звука. Проверка звука, проверка звука, проверка звука, проверка звука. А вот это полосочка. Давайте Сёма поговорит в одиночестве. Я говорю в одиночестве. Всем привет. Погромче. Всем привет! Здорово! Либо. Я кот-моряк. Либо. Алло, да, продавай все железо и инвестируй в золото. Бискоины. Так, хорошечно. Итак, вот я говорю, бабушка, мяу. Иду сюда, ложусь на Добрыню. И умираю. И сплю. В маске, блядь, прям. Да, хорошо, все. Настя, ну это реально, слушай, это не бабушка мяу, это бабушка в этом Боткинской какой-то в ковидном отделении, блядь. Это просто бред. Я уснула на улице, на скамейке, чуть. Окей, все, я сплю. Бабушка, почему в чулках? На улице здесь такие маленькие. Бабушки любят чулки, ясно? Все. Да, они любят компрессионные чулки, я согласен. У нас запись уже идет, начинайте мяукать. Давайте. Тихо, потом громко. Мяу! Мяу! Да подожди ты, я свой монолог могу вообще сказать, нет? Я думал, ты от испуга. Сынуля, ты охерел, нет? Я думал, ты от испуга подскочил. Поговори. Называли меня бабушка мяу. Кто называл? Да, кошки. Какие кошки? Когда в мире такое происходит? Дай мне спокойно почитать газету, мама. Привет, бабуля. Ой, здравствуй, здравствуй, красавец мой. Как ты себя чувствуешь? Я должна была спросить, что я должна была спросить? Как ты себя чувствуешь? А, да. Хорошо, хорошо, внучок, спасибо большое. А у тебя как дела? Кошмар, бабуля, кошмар. Что случилось? У нас сегодня первым уроком информатика, а я учебник найти не могу. Кошмар, я его не положила туда, куда надо. Скрой глаза, соседка. Соседка? Да, соседка. Это я, твой сосед. Учитель, пенсионер. Я подожду. Он лапы потерял. Подвинусь. Вторую перчатку я потерял. Познакомьтесь. Желаете вступить в нашу кошачью семью? Я еще пока не решила. Может, ты же будешь суровый маленький? Я муж какой-то в девчачьих и в лапках. Да ты классно кошачишь! Как мне надо быть брутальным, господи? Да нет, из вас просто он жеманный, а ты брутальный. Ты а у вас этот же Сэнка из Жожи. Я был моряком, а меня впрятали в дом престарелых. Ну и нахрена мне это надо? Которые кошки? Они не против кошек людей? Нет, не против. Абсолютно. Доброй ночи. Что это было? А как я могу стать кошкой? Давай, закрывай меня. Либо лови. Так, подожди. Тогда, да, а ты можешь пока читай, готовиться. Читай. Ты можешь готовиться. Да. Даже было хорошо, если будет побольше времени. Да. Не расходимся. Садись, нихуя себе. Садись. Ты даже на лёгкие то выглядит, ё-моё. Так, хорошо. Здрасте. Давай. Скоро утром, поэтому я буду краток. Да, пожалуйста, будь брутальным котом, Сёма. Так. Слышь, скоро утро, поэтому я буду краток. Вы знаете, а бабушка мяу права. Мне кажется, это надо отпраздновать тройным мяу. Давай. Мяу! 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 Свет! Кто у нас? Кто-то грабит? Так, убегай. А где твой веник? Вот где мой веник. Смотри, какая прелестная кошечка. Она старая, как наша бабушка. Все такие, а еще руки ногу поднимают. Да, я позаю. Кстати, ты ее не видел? Что-то нет ее сегодня с утра. Всех обзвонил, никто ничего не знает. Аккуратно, лампа.
Я же кот. Я обязан ранить такие вещи. За закатом падает. Так вот же она. Она превратилась в кошку и теперь нашлась. Теперь это бабушка Мяу. Совсем я покой потерял. У тебя еще остались сомнения, что ты здесь никому не нужна? Да нет, он так не говорит. Ничего себе, ты суровый. Это было очень сомнительно. Ничего себе, ты загнул. Он говорит, что типа нет у тебя там совсем выдержки. Все, хочешь обратно. Наверное, я пойду на чердак, полюбуюсь звездами и буду думать. Буду думать, что же делать дальше. Извините, пульт, положу сейчас вот сюда. Сейчас вот положу вот сюда пульт и убегу. А где? Нет, ты не улыбайся. Я не могу. Что может быть хорошего в том, чтобы быть человеком? Согласен. Я вот намерен вернуться к своей жене только в облике кота. А ты скажешь ему, ей, кто ты? Ему. Ну вот, я снова бабушка. Сейчас лягу сюда. Уходила кошкам. Кошкам? Мам. Ты не заболела? Ты где-то не шуруги там, блядь. Так, не болей, бабушка, ну. Не болей, бабушка. О, я в полный рост лезаю. Клёво. Вот, видишь, вроде, знаешь, трубку еще для антуража. Не надо туда. Спасибо, что близко. Давайте какой-нибудь условный сигнал подфигачим, который пока что, типа, нужно громче говорить, если кто-то забывается. Не знаю, какой. Вот такой может. Да, можно ну, вот так вот. Угу. Ну вот так вот, да. Ну-ка все-таки что на ней? Вот так вот. Да. Желаете вступить на кашу? Почему на необитаемом острове? Я живу в семье. Я тоже жил когда-то в семье. И теперь где мы все? Старенькая бабушка, чем старенькая. Амнезия. Давно пора. Так, окей. Это, конечно, очень грустно, но я живу не на необитаемом острове. Котята, желаете ли вы принять нашу семью нового члена? Кошку-человека. Все, кто за, поднимите лапы. Подожди, мне там еще... Раз, два, лапы. Три, не стоит. Четыре, пять, выкатываем шар. Шесть. Ну-ка, узнал меня. И сказал, что он хочет, чтобы я снова стала бабушкой. Я забыл. Зайдет, типа, до хера хочет. Нет. Я уже здесь, мальчики. Что-то силовать меня собрались. А придется. Не стоит, правда, не стоит. И что теперь? Вспоминай, бабушка, вспоминай! Это моя фраза, что ли, сейчас? По-моему, твоя. Нет у меня фразы сейчас. Как она там без меня? Молчи, да. Подожди, я уйду. Да, тоже мне. Кто из нас бабушка? Права, бабушка, ты очень нам нужна. Не нужна, не нужна. Не говори глупостей. Подожди. Я расскажу, почему я вам не нужна. Отец весь день на работе. А ты или в школе, или играешь в свои Майнкрафты, смотришь свои твичи. А вот когда я стала кошкой, вы меня все так полюбили. Наверное, я все же останусь кошкой. Не говори глупостей. Ты нужна нам как кошка, а не как бабушка. Может, наоборот. А может, и наоборот. Бабушка, я так люблю тебя. Подожди, я принесу тебе мисочку молока. Чудо природы. Иди сюда, котенок. Давай, просыпайся. Давайте, поднимайте.